Это все мешает. Это же не будет. Блин, запах какой-то. Запах какой-то. Давай. Там или где? Тренер, скажи, да. Я вроде бы... Ты что хочешь там? Ты меня испугал, уже? Что? Михаил, Ариш! Вы здесь! Есть! Так, Аделина, ко мне. Вон там ложишься. Да. Здесь отжимай. Вот здесь вот тут делаешь. Отжимание 10, приседание 10, пресс 10. Михаила, иди к бедре. Иди сюда. Вперед работаем. Давай, ты не делаешь. Сколько не было, и еще не делаешь, это меня убивает. Первый, номер второй, я попросил вас, Кристиан, Аич. Давай. Пресс, луно, выше. Еще выше. Вот я помогаю тебе. Давай, пошла. Луно. Дой. Три. Патру. Один раз. Чинь. Здесь приседание. Пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста, чуть-чуть туда. Вот, пожалуйста. Уно. Двое. Три. Давай. Патру. Чинь. Вот это. Давай, будущая мама, давай. Ниже. Ложись прямо. Ты поднимайся. Уно. Двое. Три. Патру. Чинь. Андрея, ко мне. Замени Андрея. Пять. Вот ты. Пять раз шизы. Пять раз три. Меняемся, все время меняемся. Не вижу. Давай. Три. Патру. Четыре. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Аж жесть. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. А вы меняетесь или нет, Никита? Да, меняемся. Так, Петрич, не плачь. Ты идешь, делаешь это. Я сейчас проверяю. Так, пять отжиманий. Чисть, вот это. Андрей, можешь, а ты нет. Ложись. Можешь колен делать. Нет, ложись. Полностью ложись и поднимай. Уно. Двое. Три. Патру. Пресс. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. И пять приседаний. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Матео, значит, внимание сюда. Смотрим на меня. Значит так, ты, Никита, идешь на велосипед, быстро не крутишь и работаешь. Стоп, значит, да, ты пока не садись, рядышком сядь, рядышком, значит, да, вот так. Значит, дальше, Григорий, туда, к Ярославу. Thank you.
Так. Вы вдвоем. Значит, еще раз. Первый номер. Первый номер. Старается перевернуть захватом букву. А второй номер ему не дает. Не дает. Послушайте меня. Сейчас брошу туда. Села на колени. А сюда ты прижимаешь. Сели на колени. Вот так вот. Или стоим, или сидим. На колени. На колени. Руками не касаемся. Ошибаться. Развернись ко мне лицом. Еще раз. Задача взять за руки, перевернуть. Моя задача. Отдал руки, стараться не перевернуть. Но если я перевернулся, я не убегаю. Стараюсь немножко защищаться. Это будет называться учебно-тренировочная борьба с односторонним сопротивлением. Это не настоящая борьба. Вы сейчас пробуете просто. Вот вам Беатрича покажет. Вперед! Ко мне. Посмотрите. Я встал в высокий парк. Вот Беатрича мне должна перевернуть и показать удержание. Раз, вот она. Давай как сколько, как. Иди, я задержал. Оп, и удержали. Да. Бери за шею, садись рядом. Оп, вот так. Вот это. Еще раз. 3 секунды держи. Еще раз. Это борьба. Пол силы. Я не защищаюсь полную силу. И только Беатрича нападает. Если она перевернулась, сделала мне удержание, она меня отпускает, я снова становлюсь, давай. И она начинает, я буду чуть-чуть сопротивляться. То ручки ближе ставлю, то ручки дальше. Вот она схватила. Раз, хоп, я перевернулся. Она хоп, меня схватила. Все, понятно, да? Так. Беатрича Михайловна. Без Беатричи, я тебе объясню. Беатрича делает отжимания прямо, не на колени. Ты 5 раз делаешь с колен еле-еле. Она делает еле-еле, но она прямо делает. То есть, по сути, она сильнее тебя. Она тебя возьмет, как хватит. Это же не гимнастика. Ты можешь ударить, а с чем тебе лишний синий? Нет, я хотела с Михаилом. С кем? Ты хотела с Михаилом. Хорошо, иди к Михаилу. Вы вдвоем. Я буду менять. А я посмотрю. Все, можешь идти к ней. Ко мне сюда, Люба. Ко мне сюда. Анатольевич, а можно встал или нет? Куда?
вот эта секция. Значит, здесь у нас есть и девочки, и мальчики. Значит, что мальчики, что девочки, мне, я сказал, вы сделали. Если вам как бы не очень нравится то, что я говорю, это может быть. Вы говорите, Сергей Анатольевич, я пойду на другую вид спорта. Все. Здесь я начальник. Как хочу, так и делаю. Как считаю нужным, как считаю правильным. Я работаю, сейчас я вам скажу. Вот, Юрий Александрович, сколько ты работаешь тренером? 45 лет. Я чуть меньше. Я 42 года. Тренером вот говорю, у меня всегда были девочки и мальчики. И мне девочки никогда не говорили, хочу, не хочу. Была очень хорошая девочка. Сумка в пятом классе. Она убивала всех мальчиков. Всех мальчиков. Я думал, все. И когда в 6 классе, она говорит, я его не люблю, я этого не люблю. Ну и все, это не что она сейчас. Никто. Просто хорошая девочка Диана. Не занимается ничем, просто ходит. А брат у меня тоже хороший студент. Он тоже никто, потому что немножко проявился. Хороший борец, все. Значит, еще раз. Вот здесь никто не должен говорить. Посмотрите, я всегда даю так, чтобы девочки выигрывали у мальчиков. Все были сильнее, чтобы не было травм. Это первое. Второе. Там, когда вы выходите, девочки не должны говорить, о, я выиграла крестьян. Не должно быть такого вообще. Слышу, сразу выгоню. Потому что ты должна бороться, например, с Григорием. А ты с Григорием не сможешь бороться. Он сильнее намного. Он мальчик и девочка. А вот Кристиан, он пока чуть-чуть меньше. Но через 2 года, год, все, я уже тебе с Кристианом не дам. Ну что он будет вот такой вот здоровый. Итак, сейчас, Вадим, вот сюда. Тоже двигайся. Как тебя зовут? Космин. Космин, да? Космин, вот туда в угол. Беатрича, переходишь к нему. Переходишь к нему. Так, Аделина, переходишь вон туда. Да, Кристиан, вставай к нему. Григорий, не больше, а есть? Да, наоборот. Ты нападаешь на Григория, ты стараешься его перевернуть и удержание сделать. Олеся, ты нападаешь на Вадима. Андрюша, ты нападаешь на Алешу. Еще раз, мальчик, чуть-чуть защищаться, но немножко поддаваться девочкам. Приготовились, высокий партер, высокий партер. Мальчики защищаются, девочки нападают. Аджина! Да, захватить две ручки и перевернуть. И удержание сделать. Да, Космин. Не давай. Не давай, чуть-чуть защищайся. Ручками. Вот. Стоп. А ну еще раз. Посмотрите внимательно. Стоп. Еще раз, сели на колени. Посмотрите здесь. Аделин. Так. Все, закончились вот это, бить, ударять, все. Вот это вот, вот эти вот, там, оставьте у себя в классе. Там в классе вы, этот, здесь вы пришли на тренировку. Посмотрите, а тебе надо лучше взять руку. Что делает Кристиан? Он руку убирает. Можно, да, то, можно руки взять пошире поставить. Можно убрать, но потом обратно поставить. Хачу! Вперед. Нет, ты нападаешь! Ты нападай, девочки нападают. Девочки, ты что? Давай. Нет, ну, девочки, стоп. Крестов. Никита, пойдем там покачаемся. Хорошо, да? Что, можешь его взять? Да, иди, большой. Я тебе туда. Я больше. Окей! Стоп! Стоп! Ты не защищаешь.
знаешь, оказалось. Филиппу подвешивать немножко послали. Что? Внимание сюда. Если я, вот внимательно, если меня Михаила перевернула здесь сюда, то не надо вот так лежать. Это не борьба. Делаем держать. Давай, делаем держать. У меня стоп. У меня есть колено, у меня есть локоть, я ручки защищаю. Давай, делай держать. Наоборот, сядь на колени. Дай руку. Вот это за шею идет. Давай. Вот видите, я защищаю. Я не даю мне делать. Оп, ручки стараюсь сбивать. Матвея, Михаила, переходишь туда. Андрюха, сюда. Аделина, сюда. Олеся, сюда. Сюда. Приготовили. Мальчики защищаются, девочки нападают. Хаджина. Боремся. Девочки нападают, мальчики. Топ-топ-топ. Бегой. Она все-таки намного слабее. Старайся не слабее. Вот, давай, Олеся. Ой, успел. Высокий партер. Сюда. Высокий партер. Посмотрите. Они хитрые, да? И не хотят, например, давать руки. То есть я как? Вот я взял, хочу взять руки. Он ставит руки шире. Нет. Шире. Вот так. И не так, и все, вот так. Вот. Что я делаю? То есть я не могу взять. Эта рука с этой стороны берет, идет на шею. Вторая рука, подмышку сюда, дайте, раз, опа, и удержание, еще раз, становитесь. Нет, посмотрите еще раз, это девочки, они не будут защищаться, вы им делаете, называется, ключ. Еще раз, посмотрите внимательно, одна рука, видите, пояс держит, а наша, вот то, что пояс держит, может, нож так поставить, уходит под ручку. И сверху на шею. Дальше голову под мышку. Оп. И не надо ему делать движение. Перевернуть просто надо. Еще раз. Еще раз. Так. Положил отсюда. Раз. Два. Ты не защищаешь. Стоп. А что это у тебя за положение? Ноги. Как будто ты умер. Раз сюда. Так, девочки, пошли переворот. Ключ делаем. Пошли. Кто ты хочешь смеяться, давай работай. Положи сюда руку. Рука. Ой, красавец. Ой.